Несмотря на то, что автомобильная дорога на улице Фокина находится в новом микрорайоне города, дорожное полотно износилось и требовало ремонта. Дорога достаточно с интенсивным движением, проездная дорога, и здесь ездит не только автомобильный транспорт, но еще и автобусы ездят, и маршрутный транспорт ездит. В соответствии с этим, ну, дорога уже была просто в негодном состоянии, и необходимо было произвести ремонт данного участка дороги. После голосования жителей на портале «Добродел» долгожданные ремонтные работы на этом участке были сделаны, и проезжую часть протяженностью 400 метров привели в порядок. Дорога была в ненормативном состоянии, были большие выбоины, трещины. Соответственно, отсутствовала разметка частично. На данный момент произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в рамках программы функционирования дорожного хозяйства 2021-2026. Примерные затраты на данную дорогу были около 6 миллионов. Как отметили местные жители, весьма шумные и пыльные процедуры в процессе ремонта не стали помехой, скорее напротив, поводом для радости. Дорога была очень плохая, ужасная. Но сейчас все отлично, все очень хорошо. Вроде все нормально было, я не знаю, честно говоря, я не шофер, не водитель. Но так с мужем ездим, все нормально, в принципе. Татьяна Заяц, проживающая на соседней улице, отметила, что ремонт дороги был выполнен очень быстро, а сам процесс не доставил неудобств. Очень быстро все сделали, очень оперативно, и как бы сами видите, что нет таких ям и ухабов. Всем удобно, всем хорошо, все счастливы, все довольны. Гарантийный срок дорожного покрытия 7 лет. Если в течение этого времени на дороге возникнут дефекты, подрядчик обязан безвозмездно их устранить. Здесь на данный момент используется обычный асфальт, асфальтобетонное покрытие B2 марки. Но на данный момент здесь нет смысла укладывать евроасфальта. Это не такой интенсивности дорога, прям как, например, Березовая, либо проспект Ленинского, Комсомола. Она все-таки промежуточная дорога между двумя большими дорогами. При положительном результате экспертизы асфальтобетонного покрытия этой проезжей части дорогу примут в эксплуатацию, и в течение 2 недель будет нанесена разметка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.